Работать вопрос финансирования, привлечения внебюджетных средств на финансирование исследования Парка Победы, социологического исследования, архитектурного исследования. И в апреле месяце все это время мы проводили переговоры с фондами и пришли к договоренностям с фондом Генриха Бёля на выделение 5000 евро на финансирование проведения комплексных исследований по парку. Мы начали работу, получили это финансирование, и сегодня специалисты, которых мы привлекали к работе, представят какие-то промежуточные результаты нашей работы. То есть мы это время потратили не зря, было проделано очень много работы, я бы сказал 70%, и если вы посмотрите на таймлайн, то мы планируем к началу июня полностью презентовать результаты нашей работы. Поэтому вот весь наш таймлайн, как мы движемся, чтобы ни у кого не было никаких вопросов о 9 месяцах, что мы 9 месяцев назад созданы. На самом деле вот у нас есть протоколы наших заседаний с конкретными заданиями. Мы работаем с февраля месяца. Ну и можно сказать дальше, да, то есть мы сейчас с Денисом представляем здесь Евгения. Евгения другое, Денис Моряков, кто не знает, мы работаем в агенции развития Николаева и, собственно говоря, являемся менеджерами, да, проекта по созданию стратегии развития Парка Победы в партнерстве с департаментом ЖКХ, в партнерстве с, собственно говоря, городом, да, и рабочая группа нам, как агенция, добавила протокольные задания, которые мы перед вами отчитываемся сейчас и, в принципе, дальше будем тоже это делать. Исследование будет сделано, оно будет проведено, будет создан проект мастер-плана, проект стратегии, который мы с вами все обсудим на рабочей, в таком же формате группе, только в середине июня. Притом там будет домашнее задание, потому что сам проект мы разошлем, все его смогут посмотреть сначала, чтобы приходить на рабочую группу, обсуждать что-то предметно, а не просто опять то же самое. Да? То есть, мы сможем включить все предложения, замечания, посмотреть, как это можно все совместить в один документ. И уже в начале июля у нас запланировано большое публичное мероприятие в Парке Победы мастер-нимистов. Кто знает, она проводилась у нас в сентябре 2016 года перед исполкомом Urban Days, Вот. В такой же формате она будет проходить в Парке Победы в этом году, и там мы сможем уже публично, да, с общественностью, широкой общественностью, со всеми жителями города, с заинтересованными стейкхолдерами обсудить непосредственно то, что мы наработали здесь рабочей группой, да, чтобы это верифицировать на тему восприятия жителями города, насколько это реально актуально, возможно, некоторые вещи еще можно будет поменять.